Вроде все вещи перетащил. Так, деньги с собой взял. Куплю, наконец, квартиру всю эту, как бомж на стройке. Ой, куда я подпрыгнул. Так, здравствуйте. Да, за квартиру вернулся. Так, связка ключей. А можно мне ключики, пожалуйста? В смысле недостаточно валюты, алё? В смысле недостаточно валюты, что тебе надо, алё? Я не понимаю. Так, ладно, тогда попозже за квартиру заду. В общем, вот, держите вам 1000 рублей. Что-то она сегодня не в духе, походу. Вроде договорились, то что квартиру покупаю. Ладно, так. На каком там этаже? Ой, я не туда пришел. Не в ту квартиру зашел. Так, сейчас. О, вот этот подъезд вроде. Так, ой. Третий подъезд, да. Вот так, наверх. Еще наверх, я в двери застрял. Ой. Страшная дверь, ладно. Так, здесь. Так, ну квартира нормальная, в принципе. Вещи сюда уже переложил все. Так, возьму с собой один доширак. Что еще? Немножко денег. Так, и сигнализацию я обещал отнести обратно. Так. Хотя, в принципе, можно обустроить, думаю, сразу же. Так, у меня тут немножко предметов есть. Так, ящик убираю. Отсюда все забрать тоже. Да, многовато, конечно, у меня вещей. Но это не важно, думаю. Так. Ящики убираю. Беру, где? Вот кровать моя из сена. Вот сюда ее. О. Потом столик. Ой, не тот, вот этот. Вот столик. Кресло. На столик ноутбук. Потом, что еще? Монетки вот сюда. Хотя, нет, не сюда, не сюда. Монетки вот здесь. Так, книжечку вот сюда какую-нибудь. Освещение, кстати, в этом доме, так сказать, есть. Сюда можно лампу. Хорошо так обустраивать, люблю все это дело. Так, и пару ящиков вот сюда поставлю. Так, и все это скину сюда. Так. Жорика здесь оставлю. Так, вот это беру. Ага. Так, и еще мне надо взять что с собой. Я забыл что. А, вот книжку. И доширак. Все с собой взял. Пойду на работу. Работать пора. Так, надеюсь, из-за дождя не отменится ничего. Тут, так, ой, здравствуйте. Тут новый тут. Ага. Ладно, иду, все, пошел я. Так. Заберите 1000 рублей, я ж квартиру купил. Че вообще? Ой, так, это тоже, кажется, ваше, заберите. Так, ой, оград это. О, здесь, смотрю, небольшое обновление, кусты какие-то. Что-то двери поменялись, ну-ка. Здравствуйте. Так, я смотрю, это небольшое обновление, вот я, как обещал, починил вроде эту сигнализацию, принес ее. Ой. Обратно подобрал случайно, вон там валяется. Спасибо. Воу, прям обновление такое, обновление. Классно. Ух ты, а это что? Вы расскажете мне, что произошло вообще? Не знаю, вы ресторан выкупили или что тут, что-то поменялось все так? Он какой-то... Да, мы решили сделать капитальный ремонт, и скоро же лето, решили сделать летнюю террасу. О, классно. Прикольно так. Можно туда теперь выносить заказы. Так. Тут всякие стульчики новые, столики.
Ладно, так. Ну, я также работаю тут, да? Да. Надеюсь. Хорошо, так. А это что? Это типа, чтобы я ничего не стырил? Ой, чтобы следить за мной? А, нет, извините. Вот просто проходил мастер-класс, как готовить борщ. Вот даже вот остался. Так, где мусорка здесь? Вот. Сейчас. Камера, кстати, дорогая, 10 тысяч стоит. Да, я в мусорку выкинул, думаю, ничего страшного. Так, уже что-то темнеет. Хотя вроде только день начался, ну ладно. Так, ой, дверь открыта. Дверь закройся. Фух, так, получается, что, заказы есть сейчас или нет? Пока что нет. Грустно. Так, ладно, я тогда возьму тут небольшой стул. Ну, как кусок дивана, но это не важно. Куда его поставить-то? Вот сюда поставлю. Так, ну, в принципе, сейчас немножко посплю. В общем, крикнется, когда заказы будут, да, пока вздремну. О, дождь прошел. Да. Там Здравствуйте. заказали какой-то странный человек, заказал очень много супа. Очень много супа, а какого? Четыре тарелки. У нас есть 4 тарелки. Хорошо, что не кастрюли, а то было бы вообще страшно. Так, вот такие, да? Да. А куда, на улицу выносить, на какой столик? Нет, заказали на кафе. Интересно, сейчас кто-то вообще, да, кстати, сидит в здании. Может, то, что дождь был? Вот этот вот человек. Ага. Он, кажется, там, где я раньше жил, он вон там вот бегал тоже. Ты шо? Ты ж богач. Зачем тебе столько супа? Ну ладно. Ой. Ой. Я случайно тут стул сломал, но это не важно. У него будет суп с супами. Вот. Пусть хавает. Так, пойду посмотрю, что на улице тут. Вроде заказов пока нету. Так, ну-ка. Вау. Фонтан какой-то прям. О, бутылки. Интересно, с чем? Что-то они приклеены, может, декорку-то. Ой, на стол запрыгнул. Здравствуйте, здравствуйте, повар этого ресторана. Вам все нравится? Я так понимаю, да. Тут сон. Пикник с друзьями. Ну как, не пикник? Ух ты! Кто-то живую игрушку, что ли? Так. Плюш альпака. Плюшевая альпака. Прикольно. Так, стоп. Что-то какие-то неполадки, ладно. Так, игрушку какую-то нашел. Колонки, телевизор даже. Так, что-то не включается. Ладно. Солнечные очки, что ли, тут тоже продают? Воу, вот эти снизу классные. Ладно, так. А здесь, я смотрю, тоже кушают. Так, ну, вроде все нравится. Так, ну мне, в принципе, прям по душе этот ресторанчик. Хорошо, что я сюда устроился. Так, я там смотрел, что там на улице, нашел этот. Кто-то, походу, игрушку оставил. О. Плюшевая альпака. В общем, У вот меня там. точно такая же дома была, похожая на игрушку моей собаки. Вон там вот, короче, нашел за... Это какое? Раз, два, три. На четвертом столике, получается, вот здесь на улице нашел игрушку, вот тут стояла. То есть, так, а это что за стол? Тут какое-то кресло. Ну ладно. Уф. Эх, кстати, наконец-то заказал топовый скин у Чукузайма. Вот, в принципе, он сделал вообще офигенный скин. Кстати, ссылочка на него будет в описании. Заходи, смотри. Может, что-нибудь тоже себе подберешь. Так, ну-ка, в сейфе все на месте. Пистолет, патроны, вот все на месте. Ножичек тоже на месте. Так. Так, ну, в принципе, я не богатый. Думаю, мне можно взять одну пиццу. И так, что еще взять? Ой.
Извините. Я проверял на качество еду, да. Вот. Сижу, Там заказали проверяю. 3 коробки пиццы. А, 3 коробки на вынос, да? Нет. А, Потом 4 хот-дога и 2 бургера. 4 тарелки с хот-догами или как? В 4. тарелке. А, в тарелке 4 хот-дога, да. Так, вот 4 и еще что? Я прослушал. И 2 бургера на тарелке. И 2 бургера на тарелке. А, тут еще картошка фри вроде бургером была. Так, стоп. Я что, все уже сожрал? Ой. Походу уже все раздали, есть только без тарелок. Ладно, тогда А есть без 3 вида, а получается, что это? Чикенбургер, чизбургер и гамбургер. Какой именно? Чикенбургер 2 штуки, да? Хорошо, так вот. Чикенбургер 2 штуки, хот-доги и пицца. Я еще забыла сказать, еще 2 меда. 2 меда, ага. Интересно. Интересный набор такой. Они Ладно. сказали, что им вкуснее будет мед намазать на гамбургер. Ладно. Допустим, так. А что это за борщ стоит? Он какой-то непонятный. Что это за борщ там был? Я варила по мастер-классу. Ну ладно, поставлю обратно тогда. А. О. Поставлю тогда обратно. Так, сейчас. Хот-доги уже стоят несколько серий подряд. Испортились, наверное. Хотя. Нет, я испорченные есть не буду. Так, ну, в принципе, думаю. Я, конечно, не уверен, что эти хот-доги были испорчены, но мне надо сюда положить книжку свою. Так. Доширак можешь скушать. А там еда. Я пойду пока что домой. У меня там мне соседи позвонили, сказали, что меня сейчас затопят. А, ну ладно. Это, если что, мой Ролтон. Я его не крал. Это я уже поняла. Так, а мой рабочий день, получается, закончен или нет? Да. Ура! Фух, наконец-то. Так. Проверю тут еду, то есть есть ли все. Все ли на месте? Так, пицца на месте. А, так, вот это. Ага, есть. Это, ага, тоже есть. Так, ну, в принципе, и может быть вот это еще возьму. Да. Хотя, нет, оставлю. Это будет палевно, если возьму. Так, пойду, наверное, на заправку. Так, да, здравствуйте. Все, я иду вот домой. Посмотрю, что на заправке есть. Денег я немножко с собой взял. Так. Вау, тут банкоматы. Телефон даже есть. Прикольно. Так, здравствуйте. Добрый день, вас приветствует заправка. Это кто? А, ваш питомец. Это наш паук. Он проживает у нас. Он меня кусает, он злой. А что у вас есть вообще У из предметов? нас... Ай, ай, не кусайся. Я ж тебя не Так, кусаю. Бодя паук. Угомоните Уйди, своего пожалуйста. паука. Так. Не трогай моих клиентов. Все. Кассу поставьте обратно, пожалуйста. Ой, она упала мне в карман случайно. Я ничего не делал. Ладно. А, Так, в так. общем, у нас есть мишки, вроде бы еще Орео, Скитлс, Киткат, М&М's 2 штуки. Что? Еще какие-то там печеньки, и Чипсы. Доритос, Лейс, рифляные какие-то чипсы и еще вроде бы как хлопья. А из напитков у нас есть разные виды, в общем, вот это вот вроде бы как Фанта оранжевая, зеленая Спрайт, фиолетовый пускай, не, красная это кола, фиолетовая это... Так, В общем, ну тут да. разные напитки.
Короче, синяя там обычно, да. Можно мне по бутылочке каждого этого напитка? Ну, типа, горку бутылок, короче. И... Так, и можно еще сейчас Орео. Где-то оно тут было вроде. Вот. Короче, хорошо, и сейчас печеньки, возьмем. И печеньки Орео. Да, вот. Хорошо. Сейчас я возьму из кассы. А, это сэндвич из мороженого. Хорошо, а там... Не Орео. Может, есть Орео? Орео у нас, к сожалению, нету. Грустно, грустно. Ну, можно сэндвич с мороженым. Окей. Вам 5 видов напитков или сколько там? Вроде как там 5, да? Вам 5, да? Да, да. И еще вот так. Как это открыть? Так, 2 Орео и 5 напитков, да? Как это открыть-то? А, да-да-да. Хорошо. Я уже тротуар сломал, не могу это открыть. Извините. А, она просто выпала из окна, я вот пытался обратно. Ладно, вот ваши напитки. О. 2 сэндвича. И вот... Вот эти вот бутылки. Ага, а сколько это будет стоить? 500 рублей. 500 будет сдача с 1000. А? Сдача с 1000 будет. Возможно, не будет. Тогда это будет чивы, все. Все, спасибо, до свидания. Может, будет сдача, я вам отдам. Хорошо. Ну, я, в принципе, работаю вот в кафе напротив, так что, ну, если что, заходите. Хорошо. Скидка вроде в какие-то дни, я не помню, короче. Ладно, побегу домой. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут иду с работы. Вот это вот человек, короче, с ним что-то сегодня не так, лучше к нему не подходить. Я ему даю 1000 рублей, хочу купить связку ключей, а он мне не продает за 1000 рублей. Хотя тут... Ой, да вы не обращайте внимания, сейчас называю, потому что, вон, видите, он тех вон. Каких? Там. А, да, вижу. Он мне сказал идти подальше. Вот, вот там Настюша, это ее внучка. А. Понятно. Так, а она там монтировками по голове не даст? Нет, она чужих людей не бьет. А, ладно, я лучше пойду. Так, сейчас, в принципе, добегу до дома. Стоп, я ж не тут же. О, ты кто? Привет. О, продашь гранату по-братски? Продай гранату по-братски. Брат, продай гранату. Не хочет. Ага. Ага. Ясно. К деду Васе тоже лучше не подходить. Ну, я вижу, он тут с гранатой и в каске. Это явно. Это дедушка Настюша. А, тут, смотрю, целая семейка. Ладно, я лучше не буду подходить. А то еще эту гранату он швырнет мне. Так, еще какой-то новый чебурек. Вы кто? Ага. Купательный сезон. Столы, стулья. У меня есть лишний стул вроде бы. Список. Давайте список. Так. Ой, отдайте список. Ну-ка. Мясо, напитки, овощи. Понятно. Напитки у меня есть. Мясо, можно сказать, тоже, но... Но, короче, потом. Так. Я тут живу или нет? Я забыл, где я живу. Ну, ладно, допустим, я живу тут, я не помню. Так, сейчас. Это, по-моему, у меня этот этаж. А, нет, стоп. Я, по-моему, не туда пошел. Так, стоп, это не моя квартира. А где моя квартира? У вас 3-й подъезд, а это 4-й. Ой, извините. Сейчас вас баба Дина чуть-чуть побьет. Ой, не надо.
Все, я побежал. Так, есть тут какой-то стул? О, мусорный бак. Закрыть дверь. А, тут вторая дверь есть. А, как закрыть? О, все. Все, теперь сюда никто не войдет, кроме меня. Ах-ха. Так, ну, конечно, с этой дверью меня никто там не достанет. Ладно, так. Холодильник заполнен напитками и всякой едой. Так, напиточки всякие. А, я ж могу из тумбочки-то, из ящика, переложить всю еду в холодильник, точно. Так, это пустая бутылка. О. Я ж могу все это переложить в холодильник. Все эти напитки, всю эту еду и так далее. Так, этот хлеб свежий, интересно. Так. Конечно, не лучшая идея его ставить на пол, но ладно. Вроде свежий еще. Положу, значит, в холодильник. Так, сэндвич с мороженым, пицца, куриные крылышки, так это я возьму. Они, в принципе, вкусные. Так, ну и, в принципе, можно тогда уже спать. Ну, в общем-то, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, в общем-то, еще раз спасибо. Вы кто такие? Я вас не звал. Я от бабы Зины вам ключи принесла. О, спасибо. Спасибо. И вот знак ее извинений пирог. О, спасибо. Так, спасибо. Завтра приду на работу обязательно, да. Так, пирог вроде хороший. Положу тоже в холодильник. Ну, в общем-то, я не договорил, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч.